Всем привет! Сегодня жара, плюс 22, почти конец ноября. Вот, решил сегодня вам показать район Алтын-Кум. Вот, сзади меня вы можете видеть вывеска Кани Алты. Нахожусь я возле парка. Я когда-то делал обзор на этот парк, можете на канале увидеть. Сзади меня море. Вот, так что начнем прямо от моря и поедем вглубь в город. По району Алтын-Кум. Вот так вот через дорогу море. И вот здесь вот парк, смотрите, плюс 23 показывает. Прикольно. На солнышке вообще тепло так. Вот, ну давайте быстренько проедем еще раз по этому парку. Здесь вот кафешка Robert's Coffee. Много людей. Вот такая вот центральная аллейка. Дальше еще куча кафешек. Заезжать не будем. Вот здесь вот Don Quixote кафешка. Starbucks. Вот, много людей в нем. И вот здесь есть еще кафе Antalya Sport. Вот, ну сейчас мы его объедем. И поедем смотреть на сам район. Так вот, как видите, гостиница Sea Life через дорогу. Там район Сарысу заканчивается, а по этой стороне начинается райончик Алтын-Кум. Вот мы объезжаем этот парк. Ну, здесь вот первый перекресточек. Кафешка Gloria Jeans Coffee. Пиццерия Pizza Hut. Давайте поедем, посмотрим вглубь. Вот есть бистро Милана, видимо, с миланскими блюдами итальянскими. Здесь вот какой-то скоро открываться будет. Вот этот парк, парковка его. И вот такие домики с двориками. Кстати, смотрите, детский садик такой, колледж для детей. Прикольно. Рядышком тоже, по-видимому, интересный домик. Давайте заедем по улочкам. Вот. Значит, Алтын-Кум район, 415 улица. Вот. Здесь даже внутри кафешки есть. Прикольно. Вот такие здесь модные машинки. Прикольный райончик. Рыбная кафешка. Давайте еще чуть-чуть проедем. Здесь очень много кафешек разных, прямо во дворах. Вроде как бы и спальный район, но нет. Видимо, из-за того, что недалеко от моря. Смотрите, какой интересный. Еще одна кафешка. Оливки. Вот такие домики в цветах. Магазинчики. Какие-то снова кафешки. Аптека на углу. Вот. Ладно, давайте назад. Вот такая еще какая-то ария. Здесь привезли он щебенку, тротуарную плитку будут укладывать, видимо. Да, по всей дороге. Ну, давайте проедем дальше. Смотрите, какие мини-мандаринки растут. Вон финики созревают уже.
Вот здесь даже есть мини-парк. Мусорки, видите, спрятаны под землю. Есть вот такая. Это, скорее всего, школа. Понимаете, спортивная площадка. Там детская площадка. Вон впереди еще одна школа. Колледжи написано. Интересно. Давайте чуть-чуть вверх проедем. Отель даже какой-то есть. Это тоже выезд на центральную улицу. Ататюрк бульвар. Но мы по ней не поедем. Мы по дворикам поедем. Такие дворики внутри. Вот здесь дальше разрывают. Новые тротуарные. Плитку будут ложить. Вот такие магазинчики. Кафешки небольшие. Ну, давайте еще раз завернем. Вот тоже кафешка на углу. Отель какой-то, Бутикс. Мне кажется, о таких многие даже и не знали. Отелях, которые вот так вот небольшие, в жилых райончиках. Вот еще один Нил. Прикольно, а вон там вдалеке видно море. Еще один. В общем, маленьких отельчиков здесь хватает. И, в принципе, недалеко от моря. Итак, парк остался позади. Здесь вот Белидиеси, Канилты. Ну и вот. Здесь такой есть прекрасный лесок. Сосновый. Мы туда не поедем, мы поедем сейчас прямо дальше по району, потому что там, насколько я понимаю, заканчивается район Алтын-Кун. Вот, с этой стороны опять много магазинов, кафешек. Даже вот есть, смотрите, стейкхаус. По-видимому, здесь очень отличные готовят стейки. Вот здесь вот детский какой-то комплекс. Может, частный садик даже. И вот мы выехали на Ататюрк бульвар. Вот видите, с той стороны. Через дорогу сейчас мы туда пойдем. Также пустырь. Вот. И продолжается район туда вглубь. Сейчас мы туда поедем и посмотрим. Ну что же, вот оттуда мы перешли дорогу. Как вы видите, дальше пустырь. Вдалеке опять дома. Это уже будет другой райончик. Здесь, видите, сосны прикольные растут. Ну, а мы сейчас едем вглубь. Вот такие высотки здесь. Сейчас мы посмотрим по табличкам. Может, это уже не Алтын-Кун район. Так, ну давайте еще чуть-чуть проедем. Здесь кто-то даже небольшие огородики себе сооружал. Прикольно. Ну, там дальше обрыв. Лес. Вот такие
места здесь. Давайте еще чуть-чуть дальше прокатимся. Ну, судя из последних роликов, длина в полчаса вам в принципе подходит, так что уверен, что этот ролик будет не меньше. Возвращаемся назад. Тут Мама Рома, кафешка. Вот ветеринар, собачий магазинчик. Смотрите, видите, сколько кальянов. Площадка детская. В общем, едем дальше. Спускаемся вниз. Так, я пока табличек не видел. Может, мы это и не по Алтынкуму катаемся. Вот, есть одна. Сейчас глянем. Да, Алтынкум. Отлично. Так, что здесь есть? Ой, я смотрю, опять какие-то кафешки. Какая-то музыкальная академия танцев или музыки. Прикольно. Сразу еще одна закусочная. Так, а здесь вот перекрыта дорога. Видимо, делают асфальт. А, здесь вот такие вот делают лежачие полицейские широкие. Потому что здесь, я так понял, детский садик какой-то. Так, оптика, аптека. Вот здесь какой-то Хастане Олимпос. Стоматологическая клиника. Здесь опять ремонт дорог. В общем, сейчас, кстати, я еду по новому асфальту. Я так понял, здесь полностью во всем районе перекладывают асфальт. Так что будет здесь красота. Вот здесь какой-то автомобильный сервис. Опять аптеки. Много аптек по этой улице. Вот здесь какой-то музыкальный маэстро академии. Так, подъехали на перекресток. Нам, конечно же, прямо нужно, потому что направо другой район. Ну, сейчас мы быстренько и переедем. Вот. Смотрите, здесь такие сосны. И в соснах парк. Прикольно. Тренажерчики есть, детские площадки. Получается, в теньке таком от сосен. Так, ну что же, давайте повернем все-таки на район Алтынкум дальше. Вот табличка, видите, 452 улица. Давайте спустимся пониже. Посмотрим домики в этом районе. Что есть интересного. А, высотки, кстати, тоже, как видите, присутствуют в Алтынкуме. Вон какая машина. Шевроле. Я, конечно же, не смогу охватить все улочки этого района, потому как часа два, наверное, надо записывать ролик, чтобы все проехать. Но куда успею заглянуть, там и поснимаем. Давайте сюда проедем. Швея есть на райончике. Так сказать, показать вам все инфраструктурные вещи, чтобы вы знали,
что здесь есть, чего здесь нет. Агентство недвижимости здесь, кафешки, как обычно при центральных дорогах. Вот рыбная кафешка какая-то. Мусор. Футбольные фанаты, по-видимому, собираются. Ага, вот мы и подъехали к району Гюрсу. Видите, да, вот эти красные домики? В прошлых видео я снимал эту улицу, но мы были с другой стороны. Сейчас мы завернем опять в Алтын-Кун. Вот мы сейчас едем. Как видите, снова много кафешек. Что у нас здесь? Вот на углу есть магазин канцелярии. Интересный. Через дорогу опять кафешки. Вот такая вот. В 2005 году открылась, как написано. Вот смотрите, такой домик. Весь в мозаике. Прикольно. Надо было им весь дом так обкладывать. Ну, как видите, все дома разные. Вон даже аренда есть с мебелью. Так, смотрите, что мы нашли. Рынок в районе Алтын-Кун. 445-я улица. Вот тогда. Надо будет посмотреть, какие дни он здесь работает. Приехать здесь поснимать. Вот так вот. Надо запомнить, где это. И переехать сюда, когда рынок работает. Вон тут даже кто-то продает еще что-то. Полотенце, текстиль какой-то. Вот так вот. Теперь и вы знаете, где находится рынок Алтын-Кун. Вот, с этой стороны 451 улица. Кому интересно, может по карте посмотреть по номерам улиц. Так. Здесь опять же делают новые. Асфальт будут класть. Старые, смотрю, поснимали. Ведутся ремонтные работы. Вот. Здесь тоже. С этой стороны рынка. Сняли весь асфальт. Ну такой, не маленький рынок. Кстати, смотрите. Дядя точит ножи. С выездом на дом. Рыбу продают. Видите, вот так раз. На мопеде приехал. Ножи поточил. И дальше поехал. Бизнес на колесах. В общем, здесь все улицы разбиты. Не вовремя мы начали делать обзор. Но мне кажется, максимально поснимали. Вот здесь мы сейчас завернем дальше во дворы. Ну, смотрите, детская площадочка, тренажеры, баскетбольная площадка. Здесь вот прорезинено все. Такие длинные горки. А вверху там кафешка. Отлично сделали. Тут детишки гуляют. А там взрослые кушают. Здесь вот есть ремонт и продажа велосипедов. Смотрите, какой магнитный. Четыреста тридцать третья улица. Ремонт велосипедов.
велосипедов, наверное. Едем наверх. Кафешки опять. Вот смотрите, самурай суши. Кто интересовался, где в Анталии покушать суши, в Олтенкуме вы можете отведать. Самурай суши. Сейчас вам скажу еще раз, какая это улица. Будете знать. 433 улица. Район Олтенкум. Находится самурай суши. Вот здесь вот эти маникюр. Бровки вам сделают. Реснички. В общем, в этом районе есть все. Кафешки внизу. Парикмахерская. Вот мы подъехали в обратку к Ататюрк бульвару. Да, вот он этот перекресток. Через него там прямо к морю. На углу здесь большой офис Турктелекома. Вот такое. И кафешки опять пошли вдоль дороги. Ну что же, надеюсь, вам не надоело смотреть столь длинный ролик. Всех, кто досмотрел до конца, большое вам спасибо. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока и до новых видео.